Федеральные дорожники совместно с волгоградскими госавтоинспекторами провели на 945-м километре трассы Р-22 Каспий профилактическую акцию. Водителям напомнили о необходимости своевременного отдыха при поездках на длинную дистанцию. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с усталостью за рулем, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят целый комплекс мероприятий. Воздействие через средства массовой информации и через радиостанции, то есть мы запускаем аудиоролики на радиостанциях, мы просим ставить в темное время суток более ритмичную музыку, чтобы избежать возможности засыпания водителей. Инспекторы постоянно профилактируют, беседуют на тему усталости и сна за рулем, останавливаются. Соответственно, сотрудники пропаганды выходят, занимаются тем же. Раздаем листовки, предлагаем больше отдыхать во время пути, посещать какие-то памятные, значимые места Волгоградской области. В летний период трафик на дорогах возрастает за счет потока туристов. Чтобы водители не забывали своевременно сделать остановку, сотрудники госавтоинспекции и федеральные дорожники раздали им листовки с указанием мест, где можно отдохнуть, и с телефонами экстренных служб, в которые можно обратиться в случае нештатной ситуации. Волгоград находится в довольно-таки таком расстоянии от побережья, порядка 1000 километров, там плюс-минус. И водители, проходя вот это расстояние, просто устают и начинают расслабляться, засыпать. И в связи с этим мы проводим акции и указываем водителям места отдыха, места стоянок, где они могут остановиться, отдохнуть и начинать движение дальше. Отметим, в настоящее время в Волгоградской области действует порядка 40 бесплатных площадок для отдыха. Расстояние между ними примерно 20 километров. При малейшей усталости там всегда можно остановиться и отдохнуть. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».